Здравствуйте! Сегодня на обзоре фонарь MH12 SE от Nightcore. Обновленная версия уже проверенного фонаря получила новый дизайн, источник питания и довольно скромные габариты в сравнении с предшественниками. Равно как и прочие модели MH12 SE, питает мощный аккумулятор типа размера 21700 общей емкостью 5000 мАч, который идет в наборе. Так вот, эта батарея позволяет фонарю непрерывно работать 1500 часов. Это на секундочку более 60 суток подряд. Заряжать этот фонарь можно через встроенный в голове Type-C порт при помощи любого стороннего устройства, которое окажется под рукой. Время полной зарядки довольно емкого аккумулятора составляет 3 часа 50 минут. И еще одна интересная фишка MH12 SE – это тактический чехол. Он же универсальное и легкое поясное крепление из прочного композита, где с тыльной стороны имеем мощную клипсу с регулировкой высоты посадки, благодаря которой чехол можно четко подогнать под ремень любой ширины или палца стропу. MH12 SE исполнен из легкого и ударопрочного сплава алюминия, который в сочетании с закаленным минеральным стеклом легко может пережить падение с метровой высоты. Корпус имеет анодирование военного класса HE3, ребра охлаждения и снабжен ромбической подпальцевой накаткой, которая обеспечивает надежный хват фонаря, в том числе под водой или в перчатках. Все узлы и соединения оснащены прокладками гидроизоляции и обработаны силиконом, благодаря чему световой прибор можно погружать в воду на глубину до 2 метров, что соответствует классификации IP68. Управление классическое на двух кнопках. Торцевая активирует электропитание и неполным нажатием обеспечивает быстрый доступ в любой ранее установленный режим. На боковине имеем вторую кнопку с индикатором напряжения и процесса заряда, которая циклично переключает световые режимы на 1, 45, 260, 1050 и 1800 люмен, а при удержании активирует стробоскоп, СОС или маяк. Под защитной оптической линзой установлен мощный светодиод Luminous SFT40W, который на максимальных оборотах выстреливает световой луч на дистанцию 405 метров. Аккумулятор загружается через заднюю торцевую крышку, при этом контактная группа подпружинена с обеих сторон, поэтому световой прибор легко выдерживает отдачу выстрела из больших калибров. Бренд Nightcore дает полную гарантию на фонарь MH12 SE сроком на 5 лет.